Всем хеллоуте, ребятушки, с вами, как обычно, Дамриэль, и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем прохождение замечательной игры «Помни», а именно собирать фотографии. Пойдемте сразу в машину. Куда-то мы сейчас дальше едем. К следующему, так сказать, нашему источнику фотографий. Ну и вот этих вот пацанов, насколько я помню, тоже нужно отвезти. Давайте отвезем, почему бы нет. Поехали. Ну что вы там сесть-то не можете, дураки, блин. Еще с этим дядь Колей непонятно, нужно же ему, наверное, как-то машину будет вернуть. Чего вам на месте не сидится? Вас там кормят, крышу дают над головой. Сама там поживи, тоска смертная. Еще Зинка-резинка это. Вот ты, тёлка, не промах. Не надо тут вот называть ее так. Это я с виду, милая, а могу и за уши оттаскать. Вот, имейте в виду. Да, Зинаиды жизнь не сахар. Чего от нее дядя Коля не уйдет? А куда ему уйти-то на старости лет? Мало же здесь изменилось. Мне, как историку, здесь скучно. К вам вчера ребят привозили, Петя и Катя? Ага. Как они? У девчонки характер крутой. Хотели ее прижать нифига. А пацан размазня. Не трогайте их, им и так тяжело. Подержите лучше. А нам что за это будет? Замолвлю за вас словечко перед Зинаидой. По рукам. О, нормас. Смотрите, ребят договорились, подсуетились за ребят. Не, ну это правильно, конечно. У них так ситуация не сахар. Так, Эмма, открыть карту. Мы новый кусочек получили. А куда мы приехали-то? Я как-то, знаете, и просмотрел это дело. Куда мы приехали? Хрен его знает, куда мы приехали. Нужно найти, куда этот кусок приделать. Сюда, может, куда-нибудь, нет? Нет, не сюда. Подождите, мы ехали, получается, от гаражей. Ехали где-то, наверное, в эту сторону. Блин, ну это логично. Ну-ка, вот. Вот дорога должна как-то здесь, наверное, идти. Или вот так. Нет, не вот так, однозначно. Может быть, здесь? Но здесь тоже не особо-то складывается. Но это нижняя какая-то часть, судя по всему. Хотя, может быть, и нет. Хотя, вроде бы, и да. А, вот. Да, оно? Да, оно. Отлично. Так, это мы куда приехали? Интернат. А, все, понял. Ну, детский дом, короче. Так, поехали. Интернат, интернат. А вот эта Зинаида, которая работает, это получается... кто это вообще такая? Какая-то родственница, может быть, наша? Ну-ка, бабулька. Она, что ли? О, никак встреча одноклассников. Отрадно видеть. Ну, какая встреча без классного руководителя? Вот и заглянули к вам. А, классный руководитель, все, теперь понятно. Ну, признавайтесь, чем живете? Разве все расскажешь? Поступила, отучилась, стала инженером, работаю. Не зря я тебя по интегралам гоняла. Если бы только по ним. Ну, а ты, Артемий? Поступил, отучился, стал историком, работаю. Зинаида Григорьевна, если честно, у нас к вам дело. О, а я чуяла, что здесь что-то неладно. Мы вам тут кое-кого привели. Вижу, бандитов моих. Где вы их нашли? А где нашли, там их больше нет. Но я думаю, что лучше вот перед бабулькой этой не сдавать их, а ладно, то попадет. Захотят, сами расскажут. У вас фотографии с нами найдутся, тетя Галя, альбом собираем. У нее же день рождения. Сейчас взгляну. О, это мы удачно зашли. Оставляю вас за старших. Надеюсь, к моему возвращению здесь еще кто-то останется. Вас много. С дюжиной детей должны справиться. Да я думаю, справимся. А пока что, наверное, будем вспоминать, да? Так, ну-ка, пацаны, что тут? Поговорите со мной. Нет, пацаны не разговаривают. Ну, пойдемте пробежимся по участку, посмотрим, что вообще здесь происходит. Но я никаких листьев не вижу, значит, наверное, нам нужно идти как-то, может, сюда, может, поговорить с ребятами. А, ну да, нам уже нужно с мелкими присматривать. Давайте присмотрим. И? И что дальше? Это мы, типа, присматривали? То есть время, наверное, прошло, да, какое-то? Стоять и смотреть? Я-то думал. Погоди, это дети выкинут фортель, хрен его знает, что это, когда меньше всего ждешь. А у тебя богатый опыт, я погляжу. Ну так соседские дети на что? В рассыпную! Ага, могло и обойтись, просто не повезло. Так, и нам нужно их найти. Миш, ты устал? А то бы с нами побегал. Братец, чего стоишь, помогай. Так, ну она туда побежала, я туда. Окей, давайте побежим в эту сторону. Так, вот вижу троих. Так, а ну, пацаны, давайте это, хорош, не надо разбегаться. Все, это мы их поймали, типа? Ну, вроде бы поймали. Помощь друга. А что за помощь друга? А если их отвезти сюда?
То есть просто видите, здесь как-то не заполняется вот эта вот штука. А, вот, все, отлично. Заполнилось. То есть, короче, когда мы их найдем, нужно отвезти обратно на детскую площадку. Ну, пойдемте, я думаю, что проблем каких-то это у нас не вызовет. Хотя, вдруг они где-то прятаться будут. Вот еще двое. Да я просто следопыт. Так. Теперь вы прячетесь. А ну-ка, а не-не-не, погодите. Они еще и убегают. А ну стой. А ну стой. Игра окончена. Игра окончена, и ты тоже. И ты спалился, конечно. А можно было вообще кого-то оставить на детской площадке и чтобы два других искали? Ну-ка, помощь друга. Ты самый шустрый. А, то есть мы можем переключиться, отлично. Это кто тут у нас? Так, а ну подожди. А почему они разбегаются? В смысле вы сматываетесь? Ё-моё, ребят, что это, блин, начинается? Ты самый шустрый. Ася. А может быть, есть смысл их сразу всех собрать и только потом отвезти? А вот и я. А почему нет? Заспи. Давайте попробуем. Блин, а почему они разбегаются, когда там стоит вот Миша? Не я, конечно, ждали? Понимаю, что вряд ли он так выглядит нечестно. Как авторитет какой-то. В рассыпную. Какую в рассыпную? Я тебе сейчас дам в рассыпную. А вот и я. Как вы меня нашли? Проще за одного просто персонажа собрать их и все. Так, а ну стой. Спалился. Куда ты разбегаешься? А не, ну капец, я ребят, типа я так не играю. Это кто тут у нас? Походу, когда мы много их собираем, смотрим, они сразу же убегают. Да, вот видите? Так, а ну, вчетвером, пошли. Ой, знаете, выпороть просто их нафиг, да и все. Так, Миша, ты за старшего. Я пошел искать. Я так думаю, что если быстренько переключаться к Мише, то эти не будут разбегаться. Так, давай иди сюда, так нечестно. Блин, выпороть их, серьезно, что это такое? Они меня уже бесить начинают. Я еще третьим глазом на затылке не обзавелся. Все, так. Ладно, я еще хоть разомнусь. Так, еще двое вижу. Все, давайте назад. Так, давайте назад. Спалился. Спалился, да, да, спалился. Так, все, ты сюда. Так, наверное, Ася самая ответственная. Я думаю, что мы пойдем как раз так, всем за нее. Бояться. Так, ты вот сюда остановись и смотри. Ой, за всеми. Самый шустрый. Да хорош вам, не трындите. Осталось сколько? Четыре пацана. Так, двое еще. Кто тут у нас? Еще один вижу. Я же хорошо спряталась. А вот и я. Плохо ты спряталась. Как вы меня так, нашли? И вон еще один. Отлично, давайте их подведем лучше на детскую площадку и пойдем вот за вот этим. А то что-то как-то они сильно больно разбегаются. Сначала дети разбегались, теперь мы. Не ждали? Давайте хоть минуту спокойно постоим. Так ты и так стоишь уже. Все, собрали. Капец, что-то они заставили меня попотеть немного, ребят. Это у нас кто? А, вот. Это вот наши знакомые. Все, что нашла. Уже немало. С тем, что мы набрали, можно смело выдвигаться к маме. Вы нам очень помогли. Насчет беглецов, вы помягче с ними. Им тут неуютно, а того и рвутся на волю. Михаил, немного ли ты себе позволяешь? А, блин, нужно было про Петю с Катей сказать, наверное, лучше. Но от этого всем же лучше будет. Я подумаю. Приятно слышать, за фотографию спасибо. Так, снова собираем фотографию, чем мы с вами и занимались в прошлой серии, но не успели закончить. Так, это нет, это не сюда. Сразу вижу вот такой вот кусочек. Сюда вот что-то нужно будет, наверное, приделать. Пока не совсем ясно только что. Может, сюда куда-нибудь? Или сюда? А, отстрелялись. Нифига себе, соединилось. Выпускные экзамены позади, вступительные впереди. И у нас есть небольшая передышка. Как говорится, лето — это маленькая жизнь. А, это фото с выпускного, да? Хорошо. Так, а ну, куда дальше-то? Куда дальше? Вот, ну, как-то здесь должно быть. Блин. Сюда, может? Да. Как вспомню, за что четверку по истории схлопотал, до сих пор на стенку лезу. А что такое? Из-за нее одной медаль упустил. А медаль мне бы, ой, как пригодилась при поступлении. Ну, лошара, что тебе могу сказать? Нужно было лучше готовиться. Так, а вот это куда? А, вот это сюда. Горе от ума в чистом виде. Сам напросился на дополнительные вопросы. Вот приспичило тебе поразить комиссию широтой познаний? Ну, значит, да, сам виноват, действительно. Так, далее, здесь, я думаю, наверное, будет попроще. Хотя, хрен его знает. Ну-ка, вот сюда, может, куда-нибудь. А ну, куда ты станешь? Покажись. Здесь. А, вот с этой стороны, кстати. Нет, пока ничего не коннектится. Вы знаете, ребята, уже потом, когда на монтаже я смотрю серию, вот я вижу, да, вот, блин, как я так не соединил. А вот так вот в процессе игры не сразу видно. Может быть, вы смотрите, вы уже видите какие-то готовые решения. Для меня
они не видны, если что. Тогда куда тебя ставить-то? Блин, сказал, что это будет попроще, и в итоге нифига не попроще. А может быть, вот эти между собой как-то для начала соединить? Вот. Утешай себя мыслью, что и я себя дураком выставил, когда фонтан рухнул. Пьяну, что ли? Не нужно было пить на выпускном. Ну, либо пить, но не так уж и много, чтобы не падать в фонтан. Так, оно сюда, может, нет, не сюда. Вот с этой стороны. Нет. Нифига. Подождите-ка, ребят, я немного запутался. Нет, не здесь. А куда теперь-то? Во, отлично. Мальчик был скользким, а ты пьяным. Пить мы тогда еще не умели, тем более бормотуху. И потом на твоей судьбе фиаско никак не сказалось. Ну вот о чем я, собственно, и сказал, что не умеешь пить, не лезь. Никак не сказалось? Может, я бы уже давно на Асе женился? Ради нее ведь все затевалось. А если бы на руках по бортику прошел монгол, то женился бы он. Но по итогу никто из вас так и не женился. Так, и теперь две этих больших, да, мы собираем. Так, ну здесь же должно быть по-любому все просто. Ну да, вот так вот. А сердечко? Конечно. Вот только Миша его уже специально в воду столкнул, ревновал. А, ничего себе. Ты не женился бы. Монголу нравилась Варя, с которой ты на выпускной пришел. Понятно. Понятно. Ладно, все. Давайте с Петей и Катей поговорим. Что там с отцом? Больше не злишься? Просто интересно. В больницу увезли, а там, говорят, какая-то инфекция, врачи в масках. Ничего странного. Отец сам по себе биологическая опасность. Короче, она его прям очень не любит. А что за девица с тобой? Ну, ее понять можно. Катя, ты чего? Это не девица. Это Ася, моя одноклассница. Забыла ее? Просто не узнала. Так, мысли. Зинаида. Вот я звереешь. Ну да, конечно. Вот, ребят, меня это вот за минуту, не знаю, там две, сколько мы их ловили, забесили они. Дядя, а вот эта Зинаида постоянно с ними. Так, через полгода, раньше никак. Клянетесь? Да зуб даю. Ладно, все, ребят, бывайте. Зинаида, вам тоже здоровья, не хворать там, стабильного давления. Потому что, наверное, в ее возрасте, скорее всего, у нее проблемы с давлением, как у обычного человека ее возраста. Так что да, нужно ей пожелать хорошего давления. Так, садимся. А я опять за рулем, да? Ну давай. Я думал, дадут, может, машины поуправлять, а мы так чисто сами кат-сцены просто смотрим. Что у нас дальше? Получается, фотографии мы все собрали. Теперь, я так понимаю, они будут, наверное, какой-то альбом, может быть, какую-то подделку делать. И потом, наверное, на день рождения вот Газуй, к этой брат, женщине пойдем. Что ты как девочка? Зря я тебя за руль пустил. Это Колымага еле едет. Ты чё? Газуй, газуй. И опять же, небезопасно превышать скорость. Слышали? Звук какой-то нехороший. Под капотом? О-о-о. Мне кажется, дядя Коля просто вот будет вне себя. О, это алмаз, да? Я помню его, мы его с вами видели в позапрошлой вроде бы серии. Дядя Коля нас убьет. Если здесь бросим, нам точно крышка, надо на место толкать. Я на поезд не успею, а нам еще к тете Гале. Вы можете потом, без меня. А вот какая хитрая, да? Значит, покаталась, а машину толкать не хочешь. Тогда в путь? Не так быстро, глядите, алмаз. Алмаз. Вот, кстати, поможет нам толкать. Что с дядей Кольной машиной? И, кстати, чего это вы на ней? Угнали, только она приказала долго жить. Заливай больше, угнали они. Привез? Да, держи фотку. Вы вообще откуда и куда? А, четвертая фотография получается. Колесили по альбомным делам, а сейчас с корабля на бал. Ты с нами? Не догадались раньше тебя прихватить? Ничего, я все равно маме на кухне помогал. Твой артистизм не знает границ? В кулинарию подался? Завидуй молча и помоги выбрать цветы. Забыл, какие мама любит? Ничего я не забыл. И какие же? Не все ли равно? Дарите с года в год одни и те же, сам понимаешь. Так, ну розы, блин, ну серьезно, это банально слишком. Ирисы, вот эти сиреневые твоя мама любит, этот цвет одевается так. Да, давайте ирисы и выберем. Решено, беру и пойдем. Ася, выглядит офигенно. Загляденье. Ну розы, это ну прям банальщина. И так не надо там к Асе подкатывать моей. Загляденье. Тёма, дай фото поглядеть, а то загробастал, понимаешь? Что там хоть? Опять собирать, что ли? Ой, блин, опять собирать, как мне это надоело. Ну, давайте. Так, это что у нас тут? Куда чего приделывать? Где-то здесь? Да, где-то здесь. Лето после средней школы. Мы только-только сдали экзамены, и тетя Галя вывела нас на пикник за забор.
И что вы там точно делали? Сколько же комарья тогда было? Только костер и спасал. А потом я 2 дня дымом пахла. Тебя еще алмаз дразнил. Какой интересный парфюм. А мыться надо лучше, чтобы не вонять дымом. Грибов сколько было. Рыжики, белые, подосиновики. Красота. Понятное дело, красота. Так, далее. Далее. Так, вот, уже примерно вижу решение. А кто-то перепутал бледную поганку с шампиньоном. И что было? И что? Тёма тоже едва живым ушел. Топором себя по ноге рубануть. Хорошо сапог защитил. Оделался легкой царапиной. Короче, весело у них было детство. Мальчишки, вечно кому-то что-то доказывать. А кого-то это куда? Монгол ведь вызвался дров наколоть. А Тёма топор в руках никогда не держал. Вот-вот. Он побледнел, как полотно. Раньше я думал, что в книгах нагнетают, а еще что в таких случаях орут, как резаные. А Тёма застыл и язык проглотил. Ну, блин, болевой шок. Конечно, очевидно, что так и будет. Так, далее. Куда теперь? Сюда? Нет, не сюда. Куда-нибудь сюда? Да, сюда. Зато костер не мог разжечь. Ася к тебе с советами лезла. Учила из дров шалашек строить. А ты что хотел? Хранить очаг — это женское дело. Нам ли не знать, как огонь разводить? Мы же с тетей Галей за еду отвечали. А чё ели-то? Без вас мы, конечно, умерли бы с голоду. Сосиски на прутиках мы прекрасно жарили сами. О, это вкусно. Поддерживаю. Так, и теперь последний кусочек. Вернее, все это вместе соединяем. И что, даже никто ничего не скажет? Ну окей, ладно. Последний штрих остался. День рождения Аси. Ну что, Миш, снимок в студию? Разве он у меня? Ты же его на память забрал. Некрасиво получилось, ладно, поищу. Вперед, брат, одна нога тут, другая там. А то жди тебя. Вперед, Алмаз. Слышал, что Тёма сказал? Думаю, он тебя имел в виду. Ой, пошутить уже нельзя. Бегу я, бегу. Так, а нам, видимо, домой нужно бежать. Так, открыть карту. Сейчас откроем. Царский подарок. Отдавать. Но подарок и должен быть таким, чтобы от сердца отрывать было больно. Что ж, пошли. Ну, я так и думал, что будет дома. Так, у нас еще новый кусок карты. Даже два, а даже три. А, нет, два. Все, отлично. Так, ну давайте сразу мы это дело соединим. Это, я так понимаю, место, где вот этот вот шалашик они делали. Наверное, мы туда рано или поздно придем. Понять бы только, где здесь чего соединить. Ну, вот так вот вместе, это я понял. Здесь вот так. Все, отлично. Ну, потом как-нибудь сходим обязательно туда. Пойдемте, наверное, домой. Пойдемте домой быстренько. Найдем фотографию. Может быть, наконец-то кому-то позвоним. Почему бы и нет? А почему вот родители его не приедут сюда? Я так понимаю, что... Так, давайте посмотрим по карте. Мы уже рядом с домом. Я так понимаю, что вот эта вот тетя Галя, или кому мы там собираем фотографию, довольно-таки человек, который сыграл большую роль в их детстве. Ну, в принципе, я так понимаю, вот очень много с ней кто дружит. Ну-ка, сюда. А, я пробежал мимо даже, нифига себе. Вот, и почему бы там как-то больше, чтобы родственников не приехало? Там, не знаю, ну, мать там или отец. Ну, я так понял, что они живут пораздельно, потому что они там развелись, судя по всему. Но все равно кто-то бы домог, наверное, приехать. Так, там кто? Монгол, что ли, стоит? А куда я, блин, застреваю? Пойдемте с монголом поговорим, что он там скажет нам. По-любому он не просто где так стоит. Потерял? Сейчас подойдут. А, ну, хорошо, стой. Пойдемте в квартиру к нам. Пойдемте к нам в квартиру. Какая-то фотография. А, блин, подождите, может это та фотография, которая на столе там вроде бы стояла? Куда ты пошел? Дурак, что ли? Иди сюда. Давайте позвонить. А, нет, позвонить нельзя. Окей, хорошо. Пойдемте дальше. Так, руки мыть. Нет, не будем мыть. Мы все равно просто забежали за фотографией. Она где-то должна быть в комнате. Вот она, да? Это она? Да, это она. Пойдемте. А нам на рынок нужно бежать? Или они в это время уже подошли? О, кстати, телевизор. Давайте посмотрим, что там показывают. А, нифига не показывают здесь. Хорошо. Так, наверное, они уже пришли к нам. Я думаю, что это будет глупо, блин, с фотографией бежать до рынка. Те же должны, наверное, сюда прийти. Хотя, хрен его знает. Так, выходи. Позвонить почему-то нельзя. Почему так? Неясно. А хотелось бы. О! О чем я и говорил. Ну, здорово. А вот и ценный документ подоспел. Да, вот фото. Куда алмазы-то дели? Пошел цветы поставить, чтобы не завяли. Монгол, дядя Коля насчет машины не обращался? Тишина.
Хоть бы праздник не испортил. Можем идти? Да, пойдем. Так, и снова собираем фотографию. Да, давайте соберем. Надеюсь, что это действительно последнее. Так, куда ты идешь? Сюда, может? Нет, это так не работает. Давайте искать, давайте смотреть. А, вот, вижу, отлично. Лучшее поздравление в том году, конечно, было от Тёмы. С днем рождения, старушка. Но почему зато нет? Зато запомнилось. А ты мямлил. Май — лучший месяц в году, продолжай дальше в нем рождаться. Что-то такое. Хоть а это не осень, что ли? Между вашими пожеланиями. Сейчас же вроде бы осень. Если у него день рождения в мае, то... Он перестарался. Такое себе. Я только с рисунком просил помочь. Или это чей-то другой ДР. Перестарался он. Так, а ну давай сюда. Да ладно, не сюда, а серьезно, что ли? Ну, вот сюда 100%. Твой почерк тоже узнается. Море, корабль. Предатель. Предатель. Другого слова не найду. Нет, чтобы родному брату подсказать подарок. Твоя записная книжка мне тоже очень понравилась. Я в ней потом дневник вела. А вот подарок монголу погиб на месте. А что там было? Так, а ну, расскажите, мне интересно, что там погибло-то. Хомяк, что ли, какой? Это я глупая торт на стул поставила. Торт на стул, и кто-то сел туда, да? Алмаз мог и взглянуть, куда садиться. Такое себе. Поплатился своим пижонским нарядом. Зато букет монгола уцелел. Никто никогда мне больше маки не дарил. Так, сюда. И вот сюда. Отлично. День рождения. Я не понял. А, это день рождения Аси. Все. Окей. Тогда вопросов больше никаких. Вчером не влезем, я по лестнице. Заодно вес сброшу, а то форму теряю. Да, давай. Пойдемте. Это мы уже, типа, идем поздравлять или еще нет? Все-таки ж, мне кажется, наверное, отмечать лучше вечером. Спортивные замашки монгола никуда не пропали, я погляжу. Так это же хорошо. А я и не говорю, что плохо, просто отметил. Третий этаж. А кстати, не здесь ли мы были в самом начале игры? Возможно. Так, это кто у нас тут? Ничья. Какая ничья? Мы раньше приехали, не гони. Тетя Галя. А, так подождите, мы ее, наверное, и будем поздравлять. Сколько вас? Даже Ася не ожидала. Я просто немного запутался. Да ладно вам, раньше полгорода собиралась. Разве у вас не день рождения сегодня? Так себе праздник теперь. Год от года старость все ближе. Да не говорите так, для нас вы ничуть не изменились. За стол, за стол, за стол, за стол. Давайте я вас хоть чаем напою. Торт вот испекла. Мишенька, помоги посуду с кухни принести. Иду, что, где, куда? Пойдемте. Я не могу здесь ничего почитать, посмотреть. Ну-ка, если я здесь выйду. Нет, давайте не надо. Тут там тетя Галя заждется. Нафиг нам это надо. Так, а давай иди сюда. И подносы к столу его. Ага, давай. Пойдемте. Она там уже напеклась. Чего-то вкусного, наверное. Я бы сейчас что-нибудь попробовал бы от тети Гали. Ну а почему бы нет? По-любому это вкусно. Мишенька, разливай, пожалуйста. Ты ближе всех к самовару. Сейчас я чаю накачаю. Хорош болтать, наливай уже. Шучу, делайте ваши заказы. Кому с чем? Сахар, лимон, холодная вода, тетя Галя. Нифига себе, еще и выбирать будут. Мне по полной программе. По полной программе это что? Ну давай вот. По полной программе это значит все я должен добавить, правильно? Ну давайте, лимон, сахар и водичка. Все, правильно? Так? Настоящий кавалер. Окей, хорошо. Ну по полной программе я понимаю, в моем понимании, блин, только что это... Только холодный разбавь. Только холодный разбавь, я понял. Мне как Тёме. Мне как Большой Тёме. Большой ведь мальчик, а все за старшим братом повторяешь. Ничего не повторяю, мне правда так нравится. Хорош меня путать. Монгол. Со мной все просто. Отсыпь сухой заварки и покурю. Че уставился? Шучу я. Сахар, лимон и сойдет. Так, тем просто разбавить, этому сахар, лимон. Ничего не надо. Горячий без сахара и лимона. Это ничего не надо. Так, окей. Ты просто разбавить водой. Дальше. То, что доктор прописал. Да.
Так. Сухой заварки этому просто чай. Правильно же? Так, тоже этому как Тёме. Давай. Белиссимо. Ну так, кто бы мог сомневаться-то. Так, сухой заварки просто. А в смысле сухой заварки? Сухой заварки, ну на. Ты специально? Ну что за я не знаю? В смысле? А, он не будет еще ничего, блин. Ну а этой просто, правильно? О, красота какая. Он, наверное, не будет ничего пить. Я ошибся только с монголом. Ну блин, что это отсыпнет сухой заварки? Там нету такого, блин, сухой заварки. Выдумывает он сухой заварки, блин. Была бы такая, мам, опция, я бы тебя насыпал. Но такой опции у меня нету. Целый архив. Вот тебе пополнение в коллекцию. А, это мама Артема. Ничего себе! Откуда такое богатство? Секрет фирмы. И за чудесные цветы спасибо. Мишенька, я слышала, это ты алмазу помог. Как ты угадал? О, видите? У вас любимый цвет сиреневый. Чай такой вкусный. Прямо как в детстве, когда мы после снежков возвращались. Мокрые насквозь, одежда покрывалась коркой льда, прямо доспехи. Мы вообще-то снежный замок штурмовали. Там без доспехов никуда. А мне больше по душе был Новый год. Целую ночь гулять разрешали. Я обожал мандарины, все начисто подметал, а потом у меня открылась аллергия. Как же ты потом лимон сажал? Хотя чего я, ты же не его растил. Зачем есть лимон? Чтобы косточку посадить? Можно и так это сделать. Спорим, если дать тебе сейчас мандарин, ничего не случится? Или проиграть боишься? У Миши ничего не пропадало. Всякие семечки сажал, из скорлупок грецкого ореха кораблики мастерил. Я любил ими в ванной играть. Странно, конечно, но ок. Про весенние ручьи забыл. Эх ты! Зинаида, наверное. Мы ей напомнили про ваш день рождения. Иди, тетя Галь. Веселая тусовка тут у них. Ну, блин, знаете, учитывая, что у нее день рождения, если бы мы ей отказали, рада тогда, было бы не очень хорошо. А Николая нет, не видела. Наверняка в гаражах пропадает. И правда странно, где же ему быть? Я позвоню, если что-то узнаю. Опа-на. Что с дядь Колей? Коля куда-то делся. В гаражах нет. Зинаида волнуется, он обещал ее в Казань свозить. Что-то там ей купить надо. Мы у него победу увели, наверняка ее ищет. Дети, что я слышу? Как вы до такого додумались? Машину в любом случае надо вернуть. Может, по дороге и дядю Колю встретим? Ася на поезд опоздает. Давайте сначала на станцию. Может, он там со служивцами? Миш, я не еду. Все равно не успокоюсь, пока не буду знать, что все в порядке. А что у нас может случиться? Дядя Коля даже ключи в машине оставил. Мы его найдем и тебе позвоним. Дядя Коля не подарок, конечно, но ведь не чужой. Алмаз, как ты вчера на такси в город попал? Надо Асю потом домой отправить. Зачем такие сложности? Мальчики лягут на раскладушках, и Ася у нас переночует. А я могу с Асей переночевать? В чем бы и да? Надо было все-таки Асю ко мне пустить. Выставил себя не в лучшем свете. В смысле? Подожди. Я вот что подумал. Машина дяди Коля вряд ли ищет, а то бы сюда нагрянул. Нет, это проверил неправильно. Участки, может, там в курсе. Нет, почему нифига. Просто не позвонить? Если он туда загремел, придется лично вмешаться. Я не видел варианта выбора, блин, Асю к себе взять. Точно. Я сейчас папе позвоню, предупрежу. Если мы на поиски, надо и мне на станцию звякнуть. Блин, ребят, это вообще фигня какая-то. Я не хотел, чтобы так было. Короче, ребят, решил я таки переиграть это дело, потому что мне не понравилось то, что, во-первых, я не угадал с чаем, а во-вторых, хотелось бы Асю позвать к себе. Так, Артему что там нужен? Вот чай и холодная вода. Правильно? То, что доктор прописал. Да, отлично. С монголом я сейчас переслушал. Он говорит, что нужен лимон и сахар. Странный какой-то, но да ладно. Так, а ну бери. Белиссимо. Это про сухую заварку, сухую заварку. Что вот это вот? Ты говори точно, что тебе нужно. Так, чай, сахар и лимон. Правильно? Сейчас накатим горячий. Да, смотрите-ка, в этот раз я угадал. Хорошо. Нужно четко изъясняться, что ты хочешь. Так, Ася, по-моему, без всего. Просто чай, да? Да. О, красота какая. Да, великолепно. Все, мы угадали. Прекрасно. Теперь вот главное не просрать момент с тем, чтобы Асю к себе позвать. А то, блин, нифига себе. Мам, я помню, у тебя наших детских снимков целый архив. Чайная церемония вот дали достижение. Пополнение в коллекцию.
Ничего себе! Откуда такое богатство? Секрет фирмы. И за чудесные цветы спасибо. Мишенька, я слышала, это ты алмазу помог. Как ты угадал? Ну, у вас любимый цвет сиреневый, ответим точно так же. Чай такой вкусный. Прямо как в детстве, когда мы после снежков возвращались. Между прочим, снежки увесистые были. Мне таким однажды фингал под глазом поставили. А я такого не помню. Это ж когда приключилось? Миша у нас известный фантазер, как и монгол. Родители водку в чай ему подливали, чтобы согрелся. Ага. Эй, вообще-то это правда. Может, мы с Мишей за школой не курили? Вот монгол про чай пошутил, а мы, между прочим, его и курили. Сигареты нам никто не продавал. Я думал, у меня талант. Мишка, тебе впору книги писать. Не пробовал? Чего вообще про меня всякую дичь вспоминаете? Я вас, между прочим, на рыбалку подсадил. Монгол, ты чего? На вождя краснокожих не обижался, а тут дуешься. Раз на раз не приходится. Как вы тогда на футболе сцепились? Конечно, ведь монгол боксом занимался. Ну тогда еще нет, иначе с тобой бы по земле не катался. Ты бы у меня сразу огреб. Зинаида, наверное, мы ей напомнили про ваш день рождения. Так, вот, сейчас очень важный момент. Нам нужно не просрать, нам нужно позвать к себе Асю. А то, блин, ну согласитесь, это просто жесть какая-то. Мне просто кажется, что это очень сильно в будущем повлияет на сюжет игры. Спасибо за поздравление. Поэтому я принял решение переиграть это. А Николая нет, не видела. Наверняка в гаражах пропадает. И правда странно, где же ему быть? Я позвоню, если что-то узнаю. Что такое? Коля куда-то делся. В гаражах нет. Зинаида волнуется, он обещал ее в Казань свозить. Что-то там ей купить надо. Мы у него победу увели, наверняка ее ищет. Дети, что я слышу? Как вы до такого додумались? Это все Ася, кстати. Машину в любом случае надо вернуть. Может, по дороге дядю Колю встретим? Ася на поезд опоздает. Давайте сначала на станцию, может, он там со служивцами? Миш, я не еду. Все равно не успокоюсь, пока не буду знать, что все в порядке. Так, мы найдем и тебе позвоним. Что у нас может случиться, дядя Коля даже... Вот, давайте вот этот вариант. Что у нас может случиться, дядя Коля даже ключи в машине оставил, мы его найдем и тебе позвоним. Дядя Коля не подарок, конечно, но ведь не чужой. Так, алмаз, как ты вчера... Надо Асю потом... Вот, я вот это выбрал, это не нужно было выбирать. Вот, смотрите, монгол. Можно у тебя сегодня перекантоваться, к себе Асю пущу. Да не вопрос. Так мы можем вместе там, почему нет? Ну-ка, мысли. Надеюсь, Ася не подумала лишнего. Да, не подумала она, все нормально. Я вот что подумал. Машину дядя Коля вряд ли ищет, а то бы сюда нагрянул. Проверю в участке, может, там в курсе. Проверь, конечно. Почему просто не позвонить? Если он туда загремел, придется лично вмешаться. Ну, отмажет. Точно. Я сейчас папе позвоню, предупрежу. Если мы на поиске, надо и мне на станцию звякнуть. И все, да? Все, короче, по своим делам, искать дядю Колю. Я очень тоже боюсь, чтобы не было каких-то негативных последствий от того, что мы сперли у него машину. Меня сегодня не жди, я у ребят переночую. Все хорошо, просто загулялись. Так, а ну-ка, с тетей Галей, можем поговорить? Нет, не можем. В добрый путь, да. Ну-ка, что у нее есть в квартире? Это какая-то детская комната чья-то. О, посмотрите, краски. Как часто алмаз здесь бывает? А как часто? Да, походу, он не часто здесь бывает. Они все уехали, и, судя по всему, только Миша здесь и остался. Блин, а чай мы вообще будем пить? Вроде же как бы собирались. Здесь тоже ничего не нажимается. Ладно, пойдемте. Я так понимаю, нам нужно на станцию. А будет автосохранение вообще? О, телефон. Куда можно позвонить? О, станция, давайте позвоним. Станция. Виталик, привет, это Миша. У вас дяди Коли там нет? Забегал. Вас угонщиков искал. На меня в итоге наорал и скрылся. А ты чё звонишь? В бега подался? Боишься с Колей столкнуться? Он пропал, нигде нет. Будь другом, прими сегодня поезд за меня. Не вопрос. Вообще не понимаю, зачем нас двоих держат. На выходе всех проверять и привет. Думаешь, ты лишний? А может, ты? Ой, шуток не понимаешь. С меня прочитается. Так, какие-то мысли? Узнал бы дядя Коля, что за меня Виталик работает, плешь бы мне проел. Конечно. Навалял бы тебе по самые помидоры, короче. Что они тут говорят? Ну что, пойдем? Пойдем. Мы будем сейчас рассредотачиваться, искать его по городу. Скорее всего, да. Дядя Коля!
Дядя Коля. Ладно, в общем, ребят, давайте с вами, наверное, на этом закончим. А хотя, подождите, давайте послушаем, что тут скажут. Как в воду канул. Тогда толкаем. Ася за руль. Я водить не умею. Тебе только баранку крутить. Передачи и все остальное знать не надо. Ну, я предупредила. Навалились. И все, и сейчас будем с вами толкать. Все, окей, давайте с вами, ребят, закончим на этом. Вроде бы что-то проясняется, а вроде бы нифига не проясняется. Я очень рад, что мы изменили решение и пригласили Асю к себе. Я думаю, что в будущем нам это точно воздастся. Ну а искать дядю Колю и толкать его машину мы уже с вами продолжим в следующей серии. Ну а пока что пишите ваши комментарии, а ссылка на плейлист со всеми сериями по игре «Помни» будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами был Дамриэль, всем гудбай, ребятушки, и до новых встреч!